Всем зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем собирать очень, скажем так, компактную теплицу. Это будет легенда двухметровой ширины. Вот она у нас стоит, арка. На брусе будет два глухих торца и одна дверь в стене. Интересный момент. Потом, когда сделаем, покажем. И будет форточный блок на термоприводах. Каркас теплицы построили. Закрепили к основанию, обшили стены поликом, установили дверь, установили переливы. Сейчас будем крыть крышу, потом делать форточный блок с дверью, и система подвязки останется. И теплица будет готова. Стою я внутри готовой уже теплицы легенды 2х3. Вот так она выглядит изнутри, дверь стеновая. Глухие торцы, система подвязки, паутинка в разных направлениях. Каркас теплицы с профильной трубы 40 на 40 стойки, 20 на 40 крыша. Покрашена все полимеропорошковым способом, есть диагональные усилители, стоит все на брусе. Брус 100 на 150, закреплен к земле и обработан антисептиком. Поликарбонат здесь 4 мм, 0,7 плотность. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая отличная, компактная, но очень прочная и надежная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока. А сейчас послушаем отзыв, надеюсь, довольного клиента. Оксана, что вы скажете? Хочу поблагодарить Александра. Хочу поблагодарить бригаду, которая здесь у меня работали. Михаил и Леонид. Я очень довольна теплицей, я ее так долго ждала, потому что была зима, наконец-то свершилась. Она просто похожа на сказочный домик. И надеюсь, что огурцы в ней будут расти просто великолепно, и им будет очень комфортно там. Теплица надежная. Надеюсь, что она у меня очень долго простоит. Спасибо большое. Уральская. Уральская усадьба. Уральская усадьба. Все правильно. Спасибо вам за отзыв. А у нас все.